Здравствуйте, в студии Елена Красовская со сводкой последних новостей Новороссии. В 4 утра украинские каратели бомбили центр города Марьинка и Красногоровку. Все это окраины Донецка. Разрушены жилые дома. Есть пострадавшие среди мирных жителей. В результате попадания снарядов фашистов в жилой дом погибла 9-летняя девочка. Фашисты использовали гаубицы, минометы и установки «Град». В Авдеевке Донецкой Народной Республики сегодня возобновился обстрел украинскими карателями. В 14:15 произошло повторное возгорание коксохимического завода. Огонь велся из минометов и гаубиц из населенного пункта Орловка, который захвачен Нацгвардией. Народный мэр Луганска Валерий Болотов сегодня отдал приказ о контрнаступлении всех воинских формирований армии Новороссии. Цели контрнаступления – разблокирование города Луганска и оказание помощи оставшимся отрядам ополчения. Приказ будет выполнен в самые краткие сроки. Луганск полностью не окружен, однако у противника значительное превосходство в живой силе и технике. Сейчас происходят незначительные боестолкновения. Благодаря мужеству оставшихся отрядов ополчения, Северодонецк и Лисичанск еще не сданы противнику. Сегодня в 6:20 по Москве в Северодонецке Луганской Народной Республики украинские каратели обстреляли автобус с беженцами, в котором помимо взрослых находились еще и дети. Есть раненые, их количество сейчас уточняется. На место обстрела выехали кареты скорой помощи. В это же время возобновился обстрел Лисичанска. Украинские каратели используют установки «Град» и гаубицы. В 6 утра в районе аэропорта продолжаются боевые действия. Аэропорт по-прежнему занят фашистами. Однако сегодня противник понес значительные потери. С помощью 3 танков каратели хотели прорвать оборону Донецкой Народной Республики. 2 танка были сожжены ополченцами. 3-й смог прорваться. Группа малайзийских экспертов, пытавшаяся проехать на место крушения Боинга, попала под обстрел авиации украинских карателей, сообщил представитель ополчения, который сопровождал машины экспертов. Одна машина была сожжена. По имеющейся информации, эксперты не пострадали. Малайзийцы решили не рисковать и вернуться в Донецк, где их встретил лично премьер-министр ДНР Александр Бородай. Власти Донецкой Народной Республики передали малайзийским экспертам 2 черных ящика. Украина признана самой опасной страной для сотрудников СМИ, по данным Международного института безопасности журналистов. В частности, в Луганске многочисленные разрушения, а находившиеся в нем представители ОБСЕ вынуждены уехать. При этом впервые с начала внутриукраинского конфликта они признали, что главные жертвы украинских карателей – это мирные жители. Те из них, кому удается вырваться из огненного кольца, бегут в лагеря беженцев в южных регионах России. Это были самые важные новости. В студии была Елена Красовская. Вся правда о Юго-Востоке по-прежнему на информационном канале Анна Ньюс. Удачи вам и до встречи.